Смотрите, вот тело, как, скажем, если рассмотреть болезни и старость тела, и смерть тела, это навязанные законы, потому что мы этого не хотим. Это бремя. Но только посмотрите, вся жизнь состоит из того, что просто поддержать это тело. И даже некогда задуматься о чем-то еще. Это бремя. Это тяжкий труд. В поте лица и с кровью зарабатываем деньги, чтобы просто прокормить себя и семью. Это же бремя. Давайте попытаемся понять, что жизнь материально соткана из страданий. Один доктор изучает природу боли и способы преодоления боли. Врач. Он углубился в эту тему, несколько лет изучал, как ученый. И выяснил, что есть физическая боль, эмоциональная боль, интеллектуальная боль, душевная боль. И когда он стал это исследовать, углубляться, он увидел, что все люди испытывают постоянную боль, напряжение какую-то. Если не физическую, то какое-то беспокойство в уме. Он исследовал, что этот мир полон боли вообще. Он пытался найти средства, как избежать этой боли, чтобы переключить внимание на что-то более высокое, где нет этой боли. То есть, видите, что люди хотят сделать? Мы говорим, давайте познаем душу. Она обладает сверхспособностями, душа. Но поскольку она обусловлена телом, она переживает состояние тела как свое собственное. Ну как вот, если вы переживаете кино? Ведь сами эти события не происходят, вы просто их наблюдаете. Но там, поскольку музыка, настроение, эмоции, образы на экране мелькают, вы воспринимаете как свои собственные пережитые события. Можете расплакаться в кино или рассмеяться в кино. А потом свет зажигается, а вы сидите просто в кресле. А там просто плоский экран и все. А еще есть стереофильм, квадро. А еще в Астане там только кинотеатр, где вы садитесь, и кресла еще двигаются, там и все синхронно, еще запахи впрыскиваются, допустим, ветер дует. И в конце концов понимаете, что этот мир реальный подобен тоже как кино. Что все это переживаете, события этого мира. Отождествляясь с ними. Оно вы, наблюдающий, другой, вы душа. Вот что нужно понять. Отличие этих вещей нужно понять. Проснуться, очнуться нужно от этого сна.